Урок жонглирования булыжниками в картине «Утро в сосновом бору». Юрий Виноградов. Валерия Кацуба проект. Вот так-то. Ну это однозначно лайк за выдержку. Ну, красавчик вообще припарковался. Молодец. Ставьте лайк и рассказывайте друзьям, если вам понравилось это видео. И заходите в группу ВКонтакте «Уроки жонглирования булыжниками». И заказывайте свой урок по телефону 8-962-682-6606. И, конечно же, приходите в музей стрит-арта под открытым небом, зал номер 2. И наслаждайтесь картиной Валерия Кацубы, Владислава Мамышева-Монро, Юрия Виноградова. А не, фотограф Евгений Сорокин тут. Извините, парни, не дочитал. «Утро в сосновом бору». Хотя проект Валерия Кацубы. Ну ладно. Фестиваль Граф Фест 2013. Вот так-то. Все.